В Анапе в выходные дни прогнозируется дождливая ветреная погода с плюсовыми температурами. На курорте ожидается облачная погода и временами слабый дождь. Ночью от 3 до 8 градусов с плюсом. При юго-западном ветре 7-14 метров в секунду. На Черноморском побережье прогнозируется переменная облачность. В ночные часы без осадков, а днем временами дождь. Ветер при этом южный, юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 12-14 метров. Местами утром и днем до 15-20 метров в секунду. Ночью на термометрах 2-7 тепла. Днем на побережье воздух прогреется до 7-12 градусов. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата».